Обнаженная грудь, рваное платье и штаны. От кумиров миллионов можно ожидать чего угодно. Ведь богатым и знаменитым не чуждо ничто человеческое, в том числе и конфузы. Мы раскопали много чего интересного и прямо сейчас покажем вам все. Голая грудь на красной дорожке. Актриса Софи Марсо появилась в общественном месте в полуобнаженном виде. Закрадывается впечатление, что француженка специально подбирает наряды, которые как бы ненароком оголяют тело. Софи, у тебя, конечно, прекрасное тело, но лучше продолжай удивлять людей своими прекрасными ролями. Эпатажная Леди Гага прямо со сцены показала всем свою пятую точку. На одном из концертов штанишки Леди Гаги, которая набрала несколько лишних кило, треснули в самом интересном месте. И что вы думаете? Звезда продолжила выступление без стеснения, демонстрируя свой зад. Подобный конфуз произошел и с Анджелиной Джоли, одной из красивейших женщин мира. На одном из мероприятий звезда наклонила, чтобы отклеить жвачку от шпильки, и ее узкие кожаные штаны расползлись по шву. Наверное, в тот день гороскоп был неудачным для Энджи. А вот главная красотка Джулия Робертс считает, что показывать можно все, даже небритые участки тела. На премьере фильма дамочка осмелилась поднять руку и продемонстрировать волосатые подмышки, чем вызвала шквал насмешек в прессе. Интересно, что королева поп-сцены Мадонна поддержала Джулию Робертс. В своем инстаграм певица выложила фото с небритыми подмышками с фривольным комментарием. «Длинные волосы, а мне плевать». Еще одна красотка, любящая выпячивать свои прелести, российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова. На сей раз она решила продемонстрировать шпагат прямо в ресторане. Волочкова так высоко задрала ногу, что разбила люстру, о чем сразу же поспешила рассказать своим поклонникам. «Небольшой казус, но на меня не поссорились, сказав, что ногой этого никто и никогда не делал. Разбила на счастье». Мы продолжаем держать руку на звездном пульсе. От нас не ускользнет ни одна эпатажная выходка. Будьте уверены, мы покажем вам все.